Праздничное событие, на которое съехалось множество гостей, приурочено к открытию второй очереди цеха по производству безасбестовых тормозных колодок. Впервые эту продукцию на заводе начали выпускать еще в 2018 году в рамках программы импортозамещения. Завод, который выпускает тормозные системы, на самом деле вовсе не тормозит, а активно газует в будущее. Поэтому вам успехов в текущем проекте. Ждем от вас новых проектов. И всегда, конечно, коллеги готовы вас поддержать. Продукция из экологически чистых материалов пользуется большим спросом. На вторичном рынке запчастей для иностранных грузовиков и автобусов изделия себя хорошо зарекомендовали. Поэтому руководством предприятия было решено увеличить мощности. Помог в этом льготный кредит в 157 миллионов рублей от Фонда развития промышленности России. На сегодняшний день мы расширили цех еще на 1200 квадратных метров. Было закуплено очень много оборудования, некоторое дублирующее, некоторое новое вообще, которое у нас до этого в цехе не было. Появились и новые рабочие места. Сейчас добавилось 10 сотрудников. К середине следующего года производство планируют перевести в круглосуточный режим. А значит, трудоустроить можно еще 20 человек. Самые востребованные профессии сейчас – химики-технологи, прессовщики и шлифовщики. Теперь в общей сложности объем производства безасбестовых тормозных колодок и накладок увеличится на 50%. Продукция импортозамещения выпускается, она важна заводам нашей страны, потому что извне сейчас такую продукцию не завезешь. То есть эта продукция открывает новые возможности для предприятий, которые занимаются автомобилестроением. Причем речь не про какие-то малые предприятия, а про известных автогигантов сферы. БелАЗ, МАЗ, КамАЗ, Уралвагонзавод. Фрикционные изделия поставляются для рельсового транспорта. Трамваев, вагонов метро, скоростных пассажирских поездов типа «Ласточка» и «Иволга». Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.